Всем привет! С вами Прия. Сегодня мы вновь вскрываем недельные сундуки. Я подготовил маленько бонусов, взял уже заранее квестик в Долоране, то есть вот тут вот приходите к этой кузнице, берете его, квестик на 50 развивающихся сущностей для получения стабилизированной эссенции Титана. Тот итем, который повысит нашу легендарочку до 970-го. Первый я, наверное, буду апать запястье, потом перчатки, потом пояс, потом уже, скорее всего, Кил'джетена. А дальше подумаю, на самом деле, да. Давайте для начала повскрываем вот эти вот всякие дополнительные вещички. Сундук с сокровищами нарожденных, я его специально только сегодня сдал. Открываем, получаем. Что это? Вы понимаете? Нет, вы вдумайтесь! Вы просто вдумайтесь в это. У меня уже есть такое же 925-е кольцо, и у меня падает аналогичное 925-е кольцо. Ну, знаете, героические кованные титанами, оно как-то попрестижнее. Боль. Просто боль продавать такое кольцо вендору, ну серьезно. Так, это сундук за дополнительную репутацию с армией погибели легиона. Вскрываем. Эссенций не получаем. Хорошо. Так, теперь 4 тринки. Раз. Так, на продажу. Два. На продажу. Три. На продажу. Четыре. Давай кристалл. Я хочу кристалл. Это пойдет на аннигилят. Окей, хорошо. Скрываем компенсацию армии погибли легиона. Сейчас что-нибудь упадет, я чувствую. Я вообще не ожидал дропа такого шмота. Серьезно, я думал, у меня опять какая-нибудь 905-я шмотка упадет. Относительно ненужная, я ее опять же торговцу продам. Было бы классно, если оно упало 930-е. Потому что уже начиная с сегодняшнего дня, с вот 21 числа, вы можете лутать вещи повышенного эквипа. Ну и, соответственно, от легендарки. Продаем все это лишнее. Угу. Ну что, защита, поехали. Так, 20 сущностей, кровавый релик. Так, это что у нас? Это плюс дамаг от реванша. А если я засуну его... Ну, знаете, вармсаун будет хотя бы чуточку полезнее, потому что текущий мой трейд, он дает сейф, скажем так, после прыжка, а этот хотя бы даст какой-то ауе дамаг. Ну, ладно, пойдет, пойдет. Хорошо, я проходил 16 ключ на прошлой неделе, 200 миллионов силы артефакта и 16 миллионов силы артефакта. Хорошо. Так, а я, по-моему, что-то еще хотел сделать, что-то еще сдать. Или нет? Точно, я хотел вскрыть ПВП-шмоточку. Сделаем это вместе с вами. Суть-то сейчас в чем? Суть сейчас в том, что вы аннигилируете ПВП-вещи. Если вы не в курсе, их можно аннигилировать. Конкретно вещи гладиатора. Получаете 15 отголосков битвы. Ну, вот этих вот валюты. Релики также можете аннигилировать. За некоторые релики там всего лишь по одной единице отголосков дают. Вот, и суть-то в чем? То, что за 100 этой валюты можно купить ПВП-вещицу. Эти ПВП-вещицы имеют минимальный эквип в виде 895-го. Мало ли, может, пропнет выше. Все возможно. Я буду покупать сапоги. Я хочу сменить свои сапожки на самом деле. Они у меня самого низкого эквипа. И если пойдет что-то типа аналогичного там, то будет реально классно. Вот, вот в этой вот кузнице берется. Вот в этой. Если вдруг кто до сих пор не понял. Так, ну это последнее, что я могу на Варе сделать на самом деле. Так, сапоги, ботфорты. Покупаем, вскрываем. Что нам падает? Ну-ка. А, понятно. Ну это можно повторно аннигилировать, я сделаю это позже, окей. Выход из мира, заходим на паладина. Ну, на самом деле...
925-е кольцо, только вдумайтесь. Знаете, что самое еще интересное? То, что кольцо героик, кованное титанами, лутанул не я, мне его отдали. Понимаете, мне сейчас как относительно жалко того человека, который мне отдал это кольцо. То есть, по факту, человек бы этот ходил с колечком, которое мне передал, а я бы только сейчас лутанул. Спустя 2 или 3 недели с момента его получения. Почему я не знаю, там не свои упали с Атрея, допустим? Обидно. Обидно. Че я это могу вообще поставить? Что это вообще? Вот так вот сделаем, да и все. Так, ну что? На паладине я закрывал 10-й ключик. Скрываем, смотрим, что нам падает. Это старт квеста. Я уж подумал, легендарка. Так, ладно. А где основной-то баджик на Силосе факта? Или это он и есть? Что-то я не понял. Ладно. А, собор! Здорово. Так, эти запястья уйдут на продажу. То есть, ну, сами видите, да, можете либо лутануть сразу мифический свой недельный сундук и получить квест на старт вот это вот. На старт улучшений, либо просто пойти и самому взять квест можно, как хотите. Короче, на паладина не то упало, что я хотел, а я не знаю даже, что я на него хочу на самом деле. А сейчас на друида глянем, может, что упадет. Может, что-то полезненькое наконец-то дропнется. Вы думаете, 925-е кольцо. Впервые мне конкретно... Нет, это второй раз, когда конкретно мне упала 925-я шмотка. Но первый раз, когда она нужна мне. И она идет на продажу. Потом говорят, привет, да ты, говорит, везучий человек. Че, тебе везет? Что-то не в то направление мне везет на самом деле, если честно. Не в то. Так, лутаем. Смотрим, что нам упадет. Ой, понятно все. 905-я, да, ловкость, искусность. Ладно, я оставлю на самом деле. Ну, мало ли. Может, захочу и попользоваться какое-то время этим аксессуаром. Ну вот и все, недельное скрытие окончено. Всех вам благ, как говорится, счастья там. Здоровья, легендарок побольше, предметов хороших, нормальных тоже побольше. Чтоб все у вас, как говорится, было хорошо. Я пойду дальше аутировать на варе. А вам пожелаю всего хорошего. Как всегда. До скорого.